Во Дворце творчества детей и молодежи открылся 10-й международный кадровый форум «Глобальное лидерство в эпоху цифровизации». В конференц-зале стартовал первый модуль программы Высшей школы административного управления «Городские сообщества. Комьюнити-менеджмент. Как стратегия коммуникации с населением». Я очень надеюсь, что благодаря тому, что меня пригласил сюда корпоративный университет в Ульяновской области, мы обсудим сегодня с сотрудниками власти, с чиновниками, с депутатами именно вопросы открытых коммуникаций с населением, потому что сейчас очень важный переход в государстве происходит от создания имиджа власти к реальному диалогу. В приветственном слове к участникам глава региона отметил, что для устойчивого развития политической системы Ульяновской области и страны в целом необходимо обеспечение подготовки компетентных политических кадров. Задача у нас достаточно всех поставить. Мы должны с вами научиться быть все вовлеченными в общее дело и не представлять себя населением, нашим с вами избирателям, которые вместе с нами желают, чтобы Россия была мощным государством, Ульяновская область была счастливым регионом. Тематические тренинги и семинары программы Высшей школы административного управления должны помочь развить управленческие и профессиональные навыки чиновников среднего и высшего звена. Спикеры раскроют секреты использования современных цифровых технологий и обучат слуг народа правильному общению с населением в соцсетях. Приходим к выводу, что без знаний, без обновления информационной политики, конечно, очень серьезно сегодня и недостатков много, можно допустить в управлении и городами, и селами, и в целом в работе. А нам, как городу Ульяновску, конечно, мы прекрасно понимаем огромное городское хозяйство. И сегодня управлять старыми методами, водоканалом, ульгэсом, строить дороги, обновлять на сегодняшний день городской ландшафт по старинным привычкам, конечно, это уже не подходит. В рамках форума запланировано выступление ведущих российских и зарубежных экспертов с многолетним опытом формирования государственной политики в сфере управления, а также специалистов в области глобального лидерства, устойчивого развития и цифровизации. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.